нашем городе развиваются многие виды спорта. У нас есть и опорные, и базовые виды спорта. И мы очень рады, что такой красивый, легкий, динамичный, вдохновенный спорт, как спортивная аэробика, также развивается в нашем городе. И уже неоднократно мы принимаем такие красивые соревнования. Спортивная аэробика, как и во всей республике, активно развивается и в нашем городе. Поэтому неудивительно, что Кумертау принимает чемпионат такого высокого уровня. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» встретились сильнейшие представители региона по спортивной и фитнес-аэробике. Всего 9 команд. Это более 200 участников. Так что Кумертау в эти дни объединил любителей аэробики. Это была, наверное, моя инициатива. Очень хотелось показать, чтобы в нашем городе развивается такой вид спортивной аэробики, самый красочный вид спорта, что в нашем городе занимается большое количество детей. Это мальчики и девочки, возраст 3 лет и старше. У нас ограничений в возрасте нету. Представители этого красивого вида спорта на открытии соревнований приветствовались почетные гости, в числе которых представители администрации города Кумертау, Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики Башкортостана, а также Министерства молодежной политики и спорта региона. Сегодня увидела задор, эмоции, самое главное, вот положительное такое в лице, в глазах, блеск. И это самое главное, даже пусть они не выиграют сегодня, но получат такой эмоциональный всплеск. И это, я считаю, что одно из самых главных для ребенка. Соревнования являются отборочными для формирования сборной республики. Команде предстоит выступать в чемпионате Приволжского федерального округа. Он состоится в конце марта в городе Уфе. Поэтому перед судейской командой стоит серьезная задача увидеть и по достоинству оценить все выступления. За конкурсными программами пристально наблюдает 8 судей. У каждого свое направление для оценивания. Все спортсмены у нас отсуживаются судьями, которые смотрят на артистичность. Это как спортсмен преподносит композицию, как он улыбается, да? Какие делает он переходы, то есть какие-то. А исполнение, это уже смотрит, насколько чистый ребенок выполняет, с какой амплитудой все это делает он. И судья по сложности непосредственно смотрит на сложность элементов, которые сам выполняет спортсмен. Спортивная аэробика – это своеобразное сочетание танца, акробатики и элементов фитнеса. У спортсменов, в зависимости от возрастной категории, около 1,5 минут на выступление. В этот отрезок времени нужно в максимальном темпе показать свою программу из 6-10 обязательных элементов. Выступления оцениваются по новым правилам, отмечают организаторы. Так что требования изменились не только к программам, но и к системе оценивания. Нам пришлось буквально за короткий промежуток времени тренерскому коллективу поработать со спортсменами, поменять все программы, то есть и усложнить их. И если смотреть те возраста, которые уже у нас с утра до обеда отсоревновались, ну, есть, конечно, какие-то недочеты, да, но я думаю, что мы за 2 недели постараемся их устранить. География участников широкая. Мастера аэробики приехали из городов Уфа, Благовещенск, Бирс, Межгорье, Стерлитамак, Учалы. Каждый спортсмен хорошо знает, какой труд скрывается за красивым номером. Тем не менее, мальчишки и девчонки готовы добиваться высоких результатов. Пошел в 5 лет на спортивную аэробику. Каждый день мы занимаемся по 2-3 часа, а бывает даже и больше. А что делаете? Ну, элементы, связки, композиции. Я увидела, как занимаются другие девочки, и решила туда пойти, чтобы хорошо выступать, чтобы были медали, чтобы могли мною гордиться. Среди участников в самом большом составе выступают кумертауские спортсмены. Это настоящие фанаты этого вида спорта. За годы упорных тренировок они достигли многого. Есть высокие награды во всероссийских и республиканских чемпионатах. Спортсмены выступают как в номинации соло, так и в группах. Каждый из них есть свои сложности, отмечают они. Я занимаюсь 12 лет, но меня изначально привели в детстве. Мне как-то просто понравилось. Красивый вид спорта, поэтому продолжаю дальше.
заниматься. А что вам дает? Что нравится? Ну, нравится, я вообще люблю танцевать, поэтому как-то, не знаю, сразу просто понравилось, и все. Сложнее, ну, наверное, в команде, потому что там нужна синхронность, а когда танцуешь соло, то, ну, ты можешь в свой темп танцевать. Соревнования шли в течение 2 дней. Для каждого участника чемпионат стал площадкой для общения и получения нового опыта. Ну а сильнейшие представят республику в составе сборной в ближайших соревнованиях Приволжского федерального округа.